стержнем нашей национальной политики это избавиться от вас. Не от турков, не от азербайджанцев. Это наши соседи. Вы знаете, если же на то пошло, 600 лет мы жили в Турции. 600 или 700 лет примерно. Жили спокойно, пока вы, гондоны, не пришли туда. И все не испортили. Вот вы пришли, и все началось. Потому что были дашнаки, которые вам поверили, потому что с нашей стороны это было предательством, когда мы пошли это как бы против властей Турции. Нашлись люди, которые все испортили, и ваша, опять-таки, это ваша грязная рука, вы понимаете, грязная имперская, мерзкая рука опять настравила.